Йо, всем здорово, народ, с вами Олег, добро пожаловать на канал Олегов, и сегодня у нас очередное продолжение прохождения Resident Evil Village. Так что давай с тобой начнем. Как раз мы, смотри, вовремя здесь в прошлой серии нашли с тобой сохранение, прям смотри, в комнатушке здесь находится лачуга того самого герцога-продавца, и как ты заметил в прошлой серии, здесь есть какая-то мини-игра. Только как в нее сыграть, я пока что не пойму. Я навряд ли думаю, что здесь подойдет кровь девственницы, но тем не менее, подожди-ка, тут что такое, лабиринты Норштейна? Что за звуки? Герцог, это ты? Обкакался, что ли? Непонятно. Непонятно пока что, как открыть вот эту вот мини-игру, друзья, и как в нее сыграть. Но тут явно какой-то, видать, может быть, шар нужно сюда вот поместить, вот в это вот прям место, я не пойму. Ладно, пошли отправляться с тобой делать задание, и по заданию нам нужно найти покои Димитреску, и там должна быть вроде бы как-то лежать детская люлька, но тут все без изменений, все так же. Блин, а... Пойди, найди сейчас ее на покой Димитреску. Может быть, это те покои, друзья, те самые, где она нас поймала в прошлой серии, помните? Вернее, ее на и дочки нас поймали, а она сидела там вот что-то вроде бы как на стуле. Что за комната, блин? Непонятно. Дверца на выход. Слушай, ну может быть здесь какая-нибудь потайная комната есть, а? Как однажды мы уже с тобой встречали, да, в прошлой серии? Ладно, пошли блуждать с тобой дальше. Может быть где-то эта винишка-то, вернее, кровь вот эту вот самую где-то поместить нужно, а? Так, от одной вампирши мы уже избавились. Подожди-ка, может быть, это разобьем. Хорош, 200 денег нашли. Заперто с другой стороны. Да я хоть осмотрю, что там такого-то есть. Непонятно, какая-то статуя там. Заперто с другой стороны. Ну, значит, с какой-то стороны же можно туда, по идее-то, попасть. Как-то же можно туда попасть, судя по всему. Ну-ка. Давай, хорош, хорош, смотри-ка. Что-то мы с тобой тут намутили, намудрили. Открыли потайной проход с помощью крови девственницы. Обалдеть, кому скажешь, никто не поверит. Ключ от внутреннего двора. Это разбивается, нет? Ну вот, это, блин, бутылки качественные, а. Так, а по мини-карте тут походу что-то еще нам нужно будет найти, и найти где-то вот в этом коридорчике, что ли, получается. А чё этот у меня коридор-то начал красным цветом-то обозначаться? До этого синий был, странно. Странно, реально не пойму. Реально не пойму. Порох. Странно. Мы все это с тобой вроде бы как разбивали в прошлой серии. Почему оно снова зареспаунилось, я не пойму. Ну пошли попробуем открыть дверь от внутреннего двора. Могу. Кто это, твою мать? Подожди, мне туда надо. А, твою мать! Выходи, Итан. Жажда мучает. Ищем, ищем комнатку с ветерком. Охренеть, да я вообще не туда иду. В горле как-то пересохло. Где ты нахрен со своим горлом? Тут тупик. Что за мухи? Они из мух сделаны, что? Пожалуйста, пожалуйста! Мне всего лишь нужен внутренний этот самый двор.
Блин, чё я кругами хожу? Я аж растерялся, куда мне идти. Да где твою мать же, внутренний двор? Вон там, а? Нет. Твою мать, вот она. No. Как бы мне от тебя мансануть-то, а? Это кто, герцог? Еще ржет нам вдобавок. Подожди, надо кругаля дать. А пошли на сквознячок, а? Она придет? Ну-ка. Фух, а сюда она не идет, смотри, а? Подожди, а как мне... А, кстати, смотри, пришли туда, куда надо. Я аж что-то в панике подрастерялся, смотри, немножко, а? Так, вроде бы ее нету. Герцог сидел там, ржал, блин, а? Свинота, блин. Так, а тут что, где, куда, когда, как? Куда идти-то? Так, это, судя по всему, тут тоже лутецкого дохрена, да? Хорош, кто такие красивые вазы-то вставит-то на улице под снегом, подождем, они же осыреют. Вид потеряют. Че это такое? Тут что-то должно быть. Стоять там или что-то. Смотри, дверь какую-то вижу. Изучить. Хорош, ключ нужен, ты прикинь. Тут везде что-то нужно. Так, еще не все залутали, показывает мне карта. Это что, ворота? Ну их нельзя открыть. Оба, что это такое? Ну-ка. Хорош, косарик нашел. Там косарик был, ты прикинь. Все, держись, герцог. Распахивай карман. Хорош, ты как в Dark Souls открываешь дверь. Ё-моё, там Димитреска. А как она нас не услышала? Ну ладно, нам же лучше. Блин, ну я там двор-то не полностью залутал-то. Игра. Надо сперва тут все осмотреть, все хорошенько. Подожди-ка, может быть где-то кристаллические камни есть. Или еще какая-нибудь херобора, я не пойму. Где, что мне еще нужно изучить и что мне нужно посмотреть? Разве что нашел какую-то клетку, которую мы с тобой подстрелили. Все, там о кухне идет. Ну я ничего не вижу. Ну, значит, не вижу, так не вижу. Что я могу еще осмотреть? Все, что увидели, мы с тобой подобрали. Но тем не менее, если пойдем обратно и увидим, то обязательно с тобой мы это подберем. Так, надо быть начеку, друзья. Оба. Пистолетные патроны. Буду пока что с ножичком. Все, мне кажется, в Димитреску стрелять будет бесполезно. На всякий случай дай-ка сквознячок тут сделаю. О, что ты сделала с моей дочерью? Пипец, она сейчас еще и злая будет на нас. Да почему тут все изучать надо, блин? Тут есть двери вообще, которые открываются без помощи чего-нибудь. Это что такое? Карта замка основная. О, ну так, наверное, будет лучше. Давай открываем окошечко. Фу, что это, кровь? А как этот зал называется? Как он называется-то, я не могу прочитать. Хорош, пошли. Зал
Амавини. Так, давай здесь все мы с тобой осмотрим. Ну и скорее всего вернемся в тот с тобой зал. Жесть, как они любят появляться неожиданно-то, а? Хорош, смотри, как у них тут все, блин, в позолоте-то, а? Так, вроде бы все, исследовали. Давай теперь го сюда. И это что такое? Фу, куда мы упали? Боюсь даже представить. Ба. Так, ладно. Мужские взгляды женщинам презрены, а бедняков заботит лишь одно. Отдать ладыке урожай отмены, что поскорее потекло вино. Это не как загадка. Мужские взгляды женщинам презрены. Так, это у нас мужчины. Ну-ка, подожди, а в целом они крутятся или что? Ну-ка, как вот это? Вот это я могу покрутить? Вот этого коня. Вращать. Нет, а ты можешь? О, он либо на вот эту вот женщину, либо вот туда. Подожди-ка. Ой, мужские взгляды женщинам презренны, а бедняков заботит лишь одно. Отдать владыке урожай отмен, что поскорее потекло вино. Так, вот этих бедняков давай вот. Так хорош ты, блин, вот можешь вот туда повернуть? У тебя что, только два состояния, куда можешь поворачиваться, что ли? Вот не надо, чтобы ты туда смотрел. Хорош, хорош, давай туда вот эту. Покрутим женщину. Блин, они не туда смотрят, куда я хочу. Вот не надо, чтобы она туда вот смотрела, вот прямо. Ну ладно, пускай вот так вот. Вот это. Ну я неправильно делаю, это однозначно. Мужские взгляды женщинам презренны, бедняков заботит лишь одно – отдать владыке урожай отмены, чтобы поскорее потекло вино. Кто владыка? Это он или что? Хотя нам женские взгляды вроде бы как презренны, да, все правильно мы сделали. Да. Женские взгляды нам презренны, и владыки, бедняки отдают свои урожаи, во что мы и сделали. Но я хотел немножко по-другому это направить. Ну да ладно. Блин, как же он по лестнице смешно корёжится. Прям вот так вот. Как будто не по лестнице, а знаешь, как будто вот, блин, бежит трусой такой вот, а. Подожди-ка. Так, вот это. Мы давай разобьем. Какого чёрта? Жесть, сколько тут кровищи, да? А их можно этот выбивать и лутецкие у них забирать, нет? Смотри, тут вино делают с кровью. Ну, навряд ли тут Челентано топчет виноград. Твою мать, я уже слышал там кого-то. Не разбиваются вроде бы. О, сейчас зомбари опять вот эти попрут. Охренеть, ты чё, придурок? Больной урод. Из говна вылез какого-то.
Вот такого я не ожидал. Я их слышал вдалеке, но я, знаешь, думал о них. Подожди, со спины там никого нету. Я же слышу со спины еще кого-то. Или это звук так работает? Так, а там, смотри, можно перекрыть им дорожку. Перекрыть им лазейку там вон, а? Шкафчиком. Хорош, а что так три пульки там на тебя всего? Травка с него выпала. Какой-то Dark Souls, смотри, промазал я. Оба. Хорош ты. Удары блокируешь секиры топором. Вернее, рукой. Еще денег, смотри, немножко. Подняли. Подожди, показывай, что закрывать не будем, но это может нам, судя по всему, понадобиться. Че, их типа может напасть толпа, и мы с тобой побежим в обратную сторону, или что? Так, ну тут все, вроде бы лута нигде, да, нет? Я вроде бы все посмотрел. Так, это можно шкаф докупить. Вот, подожди, ты где, твою мать? Ой-ой-ой-ой. Дурак, что ли? Видно, дурак. Ты что, идиот? Я потанцевать хочу. Ты идиот, я потанцевать хочу. Ну, старенький такой прикол, друзья. Вот тут что-то булькает, сейчас вылезет, смотри. Оба, говорил же я, смотри, блин. Вот это я уже про. Уже научился говнюков этих распознавать. Кристальный этот, хрустальный череп. Или кристальный? Кристальный. Можно продать герцогу, причем за 900, твою мать. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас окружат. Бутерброд зажмут, они еще из-за всяких дырок лезут, смотри. Ты хорош, ты патроны-то мои побереги. Вы че, на патроны меня хотите разорить, я не понял. Вот ваша основная задача. Разорить меня на патроны, да, гады, блин, а? Я у тебя только хотел спросить, когда ты отлетать собираешься. Хотел у него спросить, а он уже отлетел. Ну, ботинки, блин, какие. А причем много их тут. Тут кирзачи, блин, нужны бегать-то. По такому-то. Так, подожди, по луту тут еще не все. Подожди-ка, это от меня тут булькает или нет? Охренеть. Короче, надо герцогу за патронами, я чувствую, бежать. Еще немножко денег. Подожди, это сейчас что у нас? Изучить, пожалуйста, только не садись на нее. Ну и там, твою мать, я же исследовать там хотел все. Давай, Итан, блин, обратно. Дергай за веревку. Дергай за банан. Я просто хотел изучить. Там так было и написано. Изучить, а не воспользоваться. Это совсем разное же. Так, ну чё? Погнал я обратно, короче, друзья. Наверняка там был какой-нибудь порох, либо пистолетные патроны, не больше. Навряд ли мы бы какой-нибудь сюжетный предмет бы там пропустили бы, друзья. А терять нам тоже много времени не хочется на все эти поиски. Хорош. Че, герцог уже там, смотрю, он на улице. Снова ботинки. У них телефон имеется, что ли? Хорош, давай подслушаем.
А, вон ключ, смотри. Матерь Миранда, мне так жаль, но наш пленник Итан Уинтерс смог сбежать от Гейзенберга. Сейчас да, он у меня в замке тоже. И уже успел попортить кровь моим дочерям. Я поймаю. Нет, матерь Миранда. Да, конечно. Я понимаю всю важность церемонии. Я вас не подведу. Да к черту церемонию! Эта тварь заплатит мне за все. Вот тебе сквозняк. Почему они так сильно боятся ветра? Так, ну это виноградное поле. Там мы уже с тобой были. Так, ну-ка, и давай-ка вот тут немножечко поисследуем. Вот это тоже окно, да я разобью. Ветрогана и напускаем. Ключ Димитреску. Отлично, берем. Так, это что за? Заперто с другой стороны. Ключ Димитреску, хорош, давай, юзай. Твою мать. Твою мать, вот Итан. Ты где? К чему это все? Ребенка в замке нет. Какого хрена ты делаешь? Омерзительный мужлан заявился в мой дом. Посмел протянуть лапы к моим дочкам. Теперь так ты пытаешься меня обокрасть. Как смеешь? Передохни, пока можешь. Скоро я тебя найду и уничтожу. Да, Итан, проблемы серьезные. Ну, покажи свою силу. Фу, гадюшник. Так, порох нашли. Так, это еще не все. Где-то еще тут должен быть лутецкий. Это что такое? Блин, что-то патронов много насыпают. Ох, сейчас махач, наверное, будет. Какой-нибудь жесткий. Какие-то катакомбы, подвалы непонятные. Подожди-ка, а дальше? Дальше-то чё? Вот, да? Давай, это тяни. Темницы мы с тобой. Так, это я могу открыть? Ну, вроде бы нет. Только давай смотреть все будем с тобой внимательно. На потолки, на стены. А то мало ли там какой-нибудь кристалл пожухший будет. И мы с тобой его не разглядим. Так, вот тут смотри, ручка там есть. Следующих ворот. Хорош сразу 1000, ты серьезно? Реагент. Кстати, нам надо патронов, может быть, покрафтить, я не знаю. Но посмотрим сейчас, сколько тут будет врагов, если что, подкрафтим. Что за твою мать херня? Я не пытаюсь убежать. Фига себе ты, росомаха. Я разорву тебя. Ты не увидишь свою дочь! Как она подкралась-то, а? Вы не ты можете... заплатишь за оскорбление, нанесенное дому Димитреску. Да пойди ты, шляпа. Твою мать, куда мне идти? Я могу снова? Ой, я клешню забрал. Оторванная рука, ты серьезно? Вы не можете... Подожди, ну использую аптечку-то, поц. Подожди, я там пройти хочу, я же открыл ворота. Где это? Где это Димитрясина? А, вот она. Жесть, какая она длинная. О, хорошая она мне проход, вот смотри, выломала.
Проход вот куда? Вот сюда, да? Да как она оттуда появилась-то? Давай, Димитреску, не надо, чтобы ты там сломала что-нибудь. Ну да, походу, там. Сломаешь? Ого, она, походу, негативно настроена прям к нам, а? Блин. Нафига я сюда иду? Давай быстрее, Боц! Маска печали. А, хорош. Я уже даже знаю, где это завязать можно будет. Ты не сбежишь отсюда! Ну да. Судя по оторванной руке, ну хоть немного травы. Блин, хорош, что за зелье у тебя такое варенье, блин? Жизнь. Я даже знаю, где мы сейчас с тобой вылезем. Вот на этой вот площади замка. Там, хорошо, где лутались, мы с тобой вроде бы как сбили какую-то клетку. Сбегите из замка. Так, ну, судя по всему, мы тут не одни, и предстоит нам с тобой возможность посражаться. Но я хотел бы их прикончить бы на самом деле, бы этих зомбарей. Немножко полутать. Алло, я тут. Пять пулек надо, а? Ты посмотри на них. 660. Патрон дороже, наверное, будет. Твою мать, что это? Это кто? Хера, ты откуда вот и свалился, Поц? Давай деньги. Я еще слышу там твою мать кого-то. Да откуда вы падаете все? Где он? Вон он. Из кустов. Алкаш, смотри, он вылез какой-то. Блин, а можно мне твою сабельку это взять, а, меч? Я на них все практически патроны потратил. Еще лезут. Вот тут, мне кажется, нету никакого тайника, а? Часа. Хорош, сразу двое, смотри. Раз, два, три, четыре, пять. А, я заблокировал, хорош. О, пулька кончилась. Ладно, 6 патронов у меня осталось, ты серьезно? 480. Или они бесконечные будут, я не понял. Не, ну они, может быть, бесконечны. Но патроны-то у меня нет. Слушай, ключ Димитреску, смотри, ко многим дверям прям подходит, а? О, какой хороший универсальный ключ. Заперто с другой стороны. Подожди-ка. Карта замка, пристройка. Ну хорошо. Блин, надо патронов накрафтить. Но для Димитреску они навряд ли понадобятся. А на крафт мы с тобой ого-го можем. Имейте в виду, что у госпожи пропала губная помада. Если вы найдете помаду, верните ее в ванную комнату. Она очень дорогая, так как изготовлена на заказ.
Слушай, а может с помощью этой помады, когда мы вернем, что-нибудь потайное там откроется? Так, не подходит ключ. Неужели, блин? Значит, не такой-то и универсальный ключ-то на самом-то деле. Кто там рычит, твою мать? О, короче, давай крафтить патроны. Дульный тормоз, подожди, использовать деталь. Сюда же не могу. О, вот так вот. Так, у меня еще шашка есть, да, динамитная. Так, ну делаем патронов. Нифига себе, сколько мы сейчас с тобой патронов там наделаем. Все, давай-ка дышимся. Что это такое? Вращать, изучить. Ну-ка. Один день после процедуры. Друзья, кому интересно, можете прочитать на паузе. Мы продолжим, чтобы не терять с вами времени и побольше пройти. Вон, смотри. Картины рассматривает, стоит. Да, опять пуляком надо в голову. В тело, наверное, все 10. Оба, хорош, что такое? Кристалл. Нормусь. Подожди. Там мы уже все вниз, да, спускаемся? Давай посмотрим, что у нас с тобой. Там, а есть. А есть там у нас поц вот такой из Dark Souls, походу. Так, поц, и мне патронов давайте побольше. Я думаю, что за шум, а этот рассосался, блин. Шар с цветком и мечами. Слушай, это может быть о той мини-игры, где находили мы с тобой, помнишь, в этом? Ну, там, где сохранение, еще герцог сидел. Так, ну а тут вроде бы все, но надо внимательно смотреть на всякие эти, блин, стеночки. Мало ли, какая-то приколюха где-то будет спрятана. Вот, что-то вроде бы такой вот мини-игры, а это, кстати, поломанная. Но по идее нам как бы уже нужно возвращаться в этот. Замок несложный, отмычка нужна. Ну, в ту локацию, там где было сохранение. И уже, по идее, использовать найденную маску. И вот этот вот ключ от мини-игры. Так, давай разобьем. Немного деньжат. Фига себе, у них тут даже сцена, ты прикинь, есть. Изучить. Друзья, опять же, кому интересно, на паузе. Холомецкий. Наверное, этот побывал. Зильгерман. Ты серьезно, что ли? Ты серьезно, ты мне предлагаешь вот это вот? Да нет, чё? Или вот тут что-то кроется, подожди-ка. Научное название. Нет, это не то. А там загадка у нас, а? А вот и короткий путь, да, наверное? Да. Блин, а это же как-то явно можно разгадать. Ну, если ты пианист, наверное, тебе это будет намного проще сделать, а тут... Явно что-то бы приоткрылось, я так думаю. Ну все тогда, валим отсюда. Оперный зал, блин, но... Гарта мне показывает, что мы
Не все приколюхи здесь собрали. А где их искать-то? Я не вижу. Ну, явно, наверное, вот что-то вот за этой вот роялью. Я без понятия. Ладно, идем дальше. Рад видеть, что вы рад цел. Видеть, как блин. Идут дела? Блин, дела... Розы тут нет. Просто охренеть, как идут. Мне жаль, что так получилось. Вы найдете ее вне стен этого замка. Не хотите что-нибудь купить на дороге? Вне стен, значит, надо отсюда валить. Так, давай-ка сохранимся. Ассортимент услуг. Ну и попробуем использовать вот этот вот давай-ка ключ. Вот к такой вот мини-игре. Подожди, а что тут делать-то надо? Подожди, вот мы едем. Так, так, это куда-то я наклонить могу или что? Хорош, хорош. Вот сюда оно куда-то едет. Ой-ой-ой. Видимо, занят. Ой-ой-ой, подожди. Вот так вот. Не-не-не. Надо наклонить так, чтобы шар, да, проехал? Подожди, зарано. Давай опять. Нет, стой. Давай. Оп, и вот так вот. Потом куда-то сюда, что ли, или что? Давай попробуем на скорости туда залететь. Быстрее будем лететь, и больше шансов у нас пролететь вот эти вот дыры в полу. Чё с тобой, герцог? В туалет захотел, что ли? Вот, давай, 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 хорош, получилось, получилось. Бинго. Почти с первого раза, алый череп. Алый череп и это все. Ты серьезно? Сидит, читает он там. Так, что-то музыка тревожно заиграла. Алый череп, а куда это все юзать-то? Наконец-то мы встретились. А чё наконец-то встретились? Пытаешься раззадорить мой аппетит? Слушай, вот, я еще нашел один проход. Давай-ка вот сюда вот попробуем. Хорош. Маска наслаждения. Не, подожди, наслаждение, блин. А тут что-то мы с тобой пустили, да? Давай-ка вот это вот мы берем. Хорош. И это еще не все, да? Ну-ка, комод. Серебряное кольцо, блин. Наверняка из него что-нибудь выковырить надо, да? Хорош, кто там ходит, блин. Так, и тут это не весь лут, что ли? А ты видал, мы... Подожди-ка, маску, если сейчас поставим на место. Открываются вот эти двери. Ага, я понял, все, давай забираем.
Подожди, но здесь что-то еще есть в плане лута. Где бы это найти? Вот, наверху, блин, а. Вот кристаллецки, блин, а. Сразу-то и не увидеть их. Так, это что у нас, оружейное? Хорош, сразу смотри, сколько патронов насыпали. Я боялась, что сестрица найдет тебя раньше. А как ты через клетки ходишь? А как она через клетки ходит, эта мразь? Иди нахрен, а! Да как ты проходишь-то там? Подожди-ка. Нам надо динамит использовать. Быстрый доступ. Давай вот сюда вот на 4. Готов? Да, а ты? Большой бум! Ты испортил всю охоту! Ну, давай. Проклинаю! Че ты там проклинаешь, блин? Нет! Алло, дура. Давай. Нет! На ветерочек не сюда. Может быть! Может, может быть. Давай, еще разок. Хоба! Ты ешь! Хоба! Убежишь! Ты моя! Моя добыча! О, нет, нет, только не бей нас, нет! Дура. Согласен, я там. Пипец, какая чокнутая. Маманька, так ее она вообще с ума сойти. Так это че за рога, блин? Череп животного надо скинуть, давай берем. Я не знаю, как оно может нам пригодиться. Потом все разберем, там продадим. А походу мы сможем это использовать, да, вот на вот этой вот статуэтке. Ну-ка. Нельзя использовать так, ты охренел, что ли? Подожди, как это нельзя использовать? Изучить. Давай-ка изучим вот эту вот маску. Оба, подожди, что-то вижу. Изучить. Ну-ка, открутить. А, вон, смотри, череп животного. Вон как оно работает, да? Надо было просто изучить. Я вроде бы искал, у меня из этого ничего не получилось. Так, и давай поместим это вот сюда. Все, хорош. Вторая масочка у нас есть, друзья. Так, давай-ка. Так, третья маска находится вот где-то же и здесь, вот, вот тут. Но как сюда попасть, я не понимаю. Заперто с другой стороны. Ладно, давай пока что поместим вторую маску. Так, а на какую из этих-то? Или не имеет значения? Сюда не подойдет, а куда подойдет? Сюда, что ли, подойдет? Давай, хорош, он там сзади идет. Я где-то ее слышу. Хорош. Еще костерки зажглись. Так, давай-ка к герцогу. Сохранимся. Давай-ка сохранимся. Ты, кстати, герцог, никак ты это не прокомментируешь. Хотите что-то купить? А что бы у тебя купить-то, я пока что еще не знаю, но вот продал бы всяких классных бы штук тебе. Нет задачи важнее, чем удачи. Но уже в следующей серии. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать наше с вами прохождение. Надеюсь, вам понравилось. Ну и в следующей серии попытаемся найти еще с вами две маски. О, ходит Димитриасина. Так что, друзья, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. А с вами был Олег. До скорой встречи.